Привет, это программа «Нужный ракурс». Вы видите, что не светит солнце, зато растет трава. Сегодня мы находимся в славном городе Витебске. Это культурная столица нашей страны. И мы посетили самый большой клуб. Клуб «Энергия». Ребята, уходя из дома, гасите свет. Выключайте батареи. В общем, одним словом, экономьте энергию. Идя в «Энергию», клуб «Энергия» прямо за нами. Пойдемте, глянем, что это такое. Северная столица нас встретила пасмурной, холодной погодой. Я не знаю, Даша, как ты, но я лично пожалел о том, что не взял с собой теплую куртку. Нет, ну ты знаешь, я тебе скажу наоборот. Я пожалела о том, что не взяла с собой купальник, так как на танцполе было действительно очень горячо. Да что я вам буду рассказывать? Вы сейчас сами все увидите. У меня за спиной вот это вот огромное количество людей, большое пространство, это и есть энергия, порядка 5300 квадратных метров места, где можете отдыхать, танцевать, веселиться. 8 баров и 40-43 метра барной стойки. Все это клуб «Энергия». Сказать, что на эту вечеринку пришло много людей, значит ничего не сказать. Все ж, мы уже танцуем, а люди, которые стоят вон там, только заходят внутрь. Потому что сегодняшнее мероприятие нельзя пропустить. Диджей Смэш. Клуб «Энергия». Даша, хватит, пойдем работать, слазь давай! Знаете, если вы устали танцевать, то в этом клубе вы всегда найдете себе место для того, чтобы приземлиться и немного отдохнуть. Когда я говорил, что здесь много места, где можно приземлиться, я имею в виду целых 1500 посадочных мест. Есть дешевые, есть дорогие места. За дорогими сидеть комфортнее. И что самое приятное, с этих мест видно все. Видно все, что происходит на сцене и все, что происходит на танцполе.
Дорогие девушки, а скорее ребята, если вы решили погонять шары, здесь есть такое место. Не могли мы обойти ценовой фактор данного заведения, поэтому пробежались быстренько глазами по меню. Даша, твои впечатления, что ты скажешь? Слушай, ну здесь неплохо представлена белорусская кухня. Например, драники по-белорусски здесь можно покушать всего лишь за 42 тысячи рублей. А мой любимый салат по-гречески стоит всего лишь 20 тысяч, что я считаю недорого совсем. Девушки, как всегда, говорят больше о еде, я остановлюсь на алкоголе. Я уже посмотрел, пиво колеблется в среднем где-то в районе 20 тысяч белорусских рублей, а бутылка водки тут начинает стартовать цена от 85 и выше. Саш, ну что ж, давай подытожим и выставим какую-то оценку данному заведению. А давай, притом я считаю, что плюсов здесь будет больше, чем минусов. Хороший звук, много света, большое количество посадочных мест за столиком, ну и просто огромное количество пространства на танцполе. В общем, бар в этом заведении позволяет сделать заказ быстро и без очереди. Притом очень приятный в общении персонал и, что не может не радовать, хороший ценник. Ребята, в общем, есть где поесть, есть где присесть. И еще можно также сыграть в бильярд, игровые автоматы, настольный теннис. Я вам советую, едьте в энергию. И наша оценка клубу 8 баллов. С вами была поразительная девушка по имени Дарья. И очаровательный молодой человек Александр. Смотрите на жизнь под нужным ракурсом. Пока! Несколько слов нам скажет организатор сегодняшнего мероприятия, хозяин планеты Бургер и человек, который подарил нам сегодня Смэша, доктор Туан. Я могу сказать, была очень прекрасный вечер. Мне очень понравилось. Я вижу, народ тоже был доволен. Надеюсь, будут дальше еще лучше. Ну и, собственно, сам арт-директор клуба «Энергия» Юрий Юрецкий. Юрий, скажите нам, пожалуйста, оправдались ли ваши надежды от сегодняшнего мероприятия? В принципе, надежды оправдались, так как мы видели очень много довольных людей, которые получили заряд эмоций. Смотрите на мир под нужным ракурсом.